Ну что, ребят, всем приветствую, мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Прошлая серия была довольно-таки такой прям, ну, тяжеленькой слегка по восприятию, тяжеленькой. Вот, я там, ну, заблюдил некоторые моменты, да, но была тяжеленькая, ребят, по восприятию, да, как бы вот. Что могу сказать-то, собственно, если не было прошлой серии, ссылочка постоянно находится на плейлист, собственно, по напишению данной игры с Far Cry 4, да, и вы там в верхнем правом углу, в связи знаки, нажимаешь, и подсказочки будут. Если у тебя ты с телефона смотришь, чуть ниже спускаешь описание, там тоже те же подсказочки. Просто серия там прикреплена, и плейлист по прохождению данной игры. И еще там другие игры, да, прохождения тоже прикреплены. Вот, вот записываю подряд, поэтому как бы не видел ваши комментарии, но в любом случае вашу активность не видел, поэтому как бы вот так. Вот. Если не прошли, посмотри обязательно. Поэтому знаешь поудобнее. А так, знаешь, поудобнее, надевать плитик обязательно. Блять, пиздец, нахуй, все. Начал, блядь, заплекаться, блядь. Блядь, пить эту кушать, блядь, пить кофе или пить воды, при этом просмотре. Мы, собственно, с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Так, ну что, в прошлой серии я говорил, что мы не будем с вами проходить полностью на 100% Far Cry 4. Прям полностью мы его проходить не будем. Вот, то есть мы пройдем сюжет, точно мы пройдем с вами сюжет полностью, да, сюжет, и какие-то дополнительные задания будут, если будут, знаешь, дополнительные задания какие-то, ну, как сказать, конечно, если соприкасаться будут дополнительные задания с основным сюжетом, то окей, то есть, знаешь, или основной, там не будет, да, там, не знаю, мы не сможем пройти какое-то основное сюжетное, ну, сюжетное задание, да, не сможем пройти, пойду проходить дополнительные задания, чтобы было какое-то разнообразие, знаешь, но прям все поголовно проходить дополнительные задания я не собираюсь, и как бы, ну, нет такой цели у меня. Вот то, что я это говорил. Вот, что, собственно, стоям бы. Хотя, ладно, едьте. Просто так остановил челиков. Так, ну что, давай посмотрим, какие у нас задания есть. Да, с тобой выполним как раз-таки вот этих двух челиков, да, ненормальных, которые, ну, херню страдают на самом деле. Давай вот их выполним, собственно. Чем мне, так говорится. И может в этой серии с вами еще пойдем и как бы крепость, да, еще, собственно, да. О, с вами крепость еще как раз-таки может быть и откроем. Где они? А, вон они. Ты вернулся не как за добавкой. Не осуждаем, что дурак? А, да. У нас тут такой годный. Да, осуждают, что дурачок, что ли? Осуждаем. Хот-рокс. Да. Осуждаем, ребят, осуждаем. Это вредная хуйня, осуждаем, осуждаем. Это очень вредная хуйня, осуждаем. Осуждаем. Даже вставить не успела. А, наверное, невосприимчив стал. В следующий раз просто положим чуть больше, сам знаешь чего. Теперь встану. Да, начнем. Осуждаем, полностью осуждаю, не поддерживаю эту всю тему. Осуждаем, осуждаем. Зачем он к ним до сих пор ходит, если у него такой хуйня страдает? Как бы непонятно. Ну понятно, как всегда, в принципе, я даже не удивлен. Замок Кафки, Аджай, ты вновь стал первопроходцем в джунглях духовного пробуждения. Замок Кафки, как мы его называем, возведет крепость вокруг твоего разума, даруя свободу от неврологических стимулов. Жестковывают наши возможности. Йоги подсказывает, что сегодня все будет в порядке, но завтра тебе может стать нехорошо. Мы снова забрали твое барахло, это часть эксперимента, в конце все получишь обратно. Не дрейф. Охуенно, блять.
Молодцы, ребята, блядь. Бля, я бы нахуй, ну. Я бы не доверял. Тут я испугался, нахуй. Ты что, страшилка, чешо? О, подожди. Страшилка, чешо, я не пойму, блядь. Где? Бля, я туда пройду. Можно туда пройти мне или нет? О, боже, блядь. А как мы все посчитали? Ладно, побежали, что? Побежали. У нас с тобой ничего нет опять, как всегда, ну понятно, блядь. Да. Ну честно, вот когда мы с тобой проходили Шангри-Ла, блядь. Блядь. Мне страшно, блядь, отстаньте от меня. Блядь. Страшилка, что ж началась? Брат наш, он нам шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. Йоги. Реджи, это вы? Черт, чем они меня накачали? Бля, страшилка получается, ребят, реально. Да ебать, ну серьезно, ты можешь перепрыгнуть? Блин, я че, ну помните, когда мы с вами Шангри-Ла проходили? Вот, то там реально довольно красиво сделан, то есть по-своему красиво сделали игру. Вот, это можно реально подметить, это прям хорошо. Кстати, я просто все, ребят, забыл, ну как забыл, я, да, забыл я вам сказать, что, короче, когда я проходил... Все хорошо. Когда я сам проходил, да, вот это добывал для... Колчина всякие, да, для бумажника, еще всякие ресурсы добывал, чтобы, ну, могли мы с вами 4, вот тут 4 иметь, да, слота под оружие, да, и вот здесь что-то, ну, под аптеки сделал, собственно, да, как вы заметили, у нас 5, может, аптек теперь уже не 3, 5, вот, под патронок еще много всего там ресурсов собрал, и когда я собирал ресурсы, на вот этих вышках были записки, мы с вами в конце этой серии их прочитаем, я их, ну, сделал скриншотом, да, вот. У вас они будут как картинка тоже, да? И прочитаем с вами, собственно, вместе в конце этой, наверное, серии, да? Там довольно-таки интересная информация. Я их не читал, вот, просто, ну, скриншот сделал, и все. Что, опять? Понедельник, утро истории, вторая половина... Что, блядь? Списание, блядь, какое-то. Ну ладно, блядь, что. Понятно, страшилка, да, началась? Я правильно понимаю, блядь? Блядь, у меня еще прям реально большая, ну, громкость наушники. Я прям, ну, типа, реально прям, ну, громко слышно, и все. И прям, ну, пугаешься от резких звуков. От резких звуков пугаешься чуть-чуть. Покеду, ребята. Отрублю тебе голову. Да отсосешь ты, блядь. Так, вот мы с вами прочитаем в конце этой серии. Вот, ну ближе к концу серии прочитаем с вами, собственно, я думаю, да. Эти самые. Все хорошо. Эти самые. Hey!
конечно. Все. Берегитесь, строго запрещено изготавливать алкоголь без моего разрешения. Это не территория Деплера, и я не потерплю у себя подпольного производства алкоголя. Любой, кто уличат, кого уличат, наверное, конечно, кого спалят в незаконном производстве или распространении алкоголя, отправится в Шанат. Там ему популярно объяснят, почему со мной шутки плохи. Ну, понял. Внутри нас зрачки расширяются при момента смерти. Душа может сбежать. Я же замыкаю веки, посылаю души к тебе. Елунг, молюсь, да найдешь их достойным. Спасибо. Так, поехали на следующее задание. Да. Уж. Как его выпустить? Сейчас, подожди, слоник, сейчас мы выпустим тебя. Хочешь спасти всех животных? Мы идем с севера. Размахивая пушками, как ковбой. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Что? Забудь. Давай, я веду, ты пали. Тату, братаны, навсегда порвем их.
Наконец-то, бля, я думал. Будь другом, помоги, а? А? Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца, а ты так из-за одного члена разорался. Твой член меня не волнует, а вот борода колется, не ты чей в меня. Суждаться, да. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. Я думал, ты поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Вы сами, кстати говоря, тоже ничего. Есть свой кайф. Без патронов нет веселья. Да. Хёрк, куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Интересное задание, очень интересно. Еще враги, братан! Я тебя живьем! Чувак! О, души! О, враги, отлично! У них эти свистящие штуки! Это минометы, Хёрк! Используй их с толком, брателла! Сдохни, ублюдок! Нам куда? Наверх, в гору! Статуя где-то там, в пещере! Допустим. Допустим. Геронима! Черт, прям на жопу приземлился. Выживешь. Откуда тебе знать? Ты что, врач? Ты эксперт по вопросам выживания после падения со слона прямо на задницу? Да хрен там! А так, надо пройтись. Черт, как же мне плохо-то. Так, ну, вроде получше. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Ты все? Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. Взял, он просто бросил нормально. На нахуй, блядь. Бля, сколько их здесь лежит? Можно же просто разбогатеть.
Как бы хотеть можно, да. Бран, Сорок тоже помогает, нихуя себе. Блять, с Хёрком, блядь. Сейчас подождет он, блядь. У, ребят, нет, давайте все, всех обыщем, это забейте. Нет, нет. Пошел. Ты посмотри просто. Бля, ну Срок, извини, пожалуйста, но это было сейчас не очень красиво с той стороны. Не, слон, даже не нужно. Так, продолжаем. И последний был, последний, все. Теперь точно все. 40 косарей с вами заработали. Что, лишним будет? Я думаю, нет. Блин, 40 же извини, но ты сам начал. Это была как бы подстава с той стороны. Так, что у нас тут дальше? Продолжаем. Соусом не хочешь приправить? У нас тут охрененная бадья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк. Но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов или Джамба Конга. Пожалуйста, хорошие отсылки. Все сплошь про обезьян. В общем, как хорошая найдется оценка, последняя хорошая статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два возвращения Хёрка. Окей? Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да? Хорошие отсылки, хорошие. Все? Все, ребят, это все. Так, поехали. Тогда навыки прокачаем и пойдем дальше следующее задание делать. А давай с тобой сейчас сгоняем в тот аэропорт. Мне интересно, да, что там. Я там проходил мимо, когда добывал ресурсы. Я проходил там мимо, но я прям не, я не проходил. Не то будет поздно. Вот так вот сделаем. Как только меня подлатают. Так, ну погнали, что, да? Да, доберусь, так и включусь, чтобы не затягивать хронометраж, собственно, да? Поэтому как-то так. Ща офигел, бля, да? Мы с тобой уже подъехали к этому месту, собственно. Давай посмотрим, что здесь, что же здесь. Давай посмотрим, что же здесь у нас с тобой. Здесь никого, что ли? Ну ладно.
И что мне с этим сделать? Ну... В чем прикол этого здания? Занят этой отметки. Ладно, допустим. Погнали с тобой башню захватывать, чтобы нет. А, ослаблено. Поэтому здесь не так много охраны, можно сказать. Вот, видел реакцию? Я тебе про то же. Тихо. Толсток он этот, блядь. Не понимаю, откуда, блядь, вертолёта. Не понимаю, блядь, ещё в чём прикол. Подожди, где там должна быть РПГшка, правильно понимаю?
Там что-то есть. Посмотрите, что это. Аджай! Что за... Мы уже идем к вам. Подкрепление близко. Помощь пришла. Не вижу. Идем на своих двоих. Вот где сигналки у них. Нам нечем помочь. Нахуенно, ребята. Приближаемся с воздуха. Это пиздец, это пиздец. Охуенно. Тихо. Блять, ну серьезно. Давайте как сейчас пройду это дело, то, ну блин, хотя я хуй знает, всю серию проходить это. Его тут больше.
Не буду рисковать на него, ладно. На него одного дурачка. Надо ищем сигналки рубануть все. Это было бы неплохо. Уже лучше. Уже намного лучше. Аккуратненько идем туда. Тут 100% тебя надо отрубать. Я ему отомщу. Будьте начеху! Мы не знаем, что там! Спускаем! Прочесать местность. Зашевелится что? Стреляйте! Черт! Тут нет ничего! Попробуй, блядь. Вот видишь, он прям тут около сигналки ходит. Ищите, ищите, блядь. Да, да, давай, давай, давай. Да, поиграем. Я так везде не могу. Давай, 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 спускайся, спускайся, мой хорош. Тут кто-то есть. Вот так надо было с самого начала пройти. Лучше так, чем подкрепление, потому что подкрепление два вертолета — это забед, нужно РПГ с собой брать. А я РПГ с собой не взял. Поэтому так уже лучше намного, знаешь ли, блядь. Вот, и скажу вам сразу, что, скорее всего, у вас те попытки, которые у меня были, не были включены, потому что они, ну, если я их включу, они будут на всю серию, как бы, ну, такой себе. Поэтому у вас там, наверное, одна-две попытки были у вас, как минимум, да? Вот. Видос, поэтому остальное я убрал. А ее крепость под нашим контролем. Армия на юге ослаблена. Прекрасно, сын Махана. Да, просто я считаю, что не нужно прям сюда прям все, знаешь, включать, как бы, не знаю. Вот. Так, давай быстренько еще кое-что сделаем. Пошли посмотрим вот эту тему. Здесь тоже можно было где-то пройти. Да, здесь тоже можно было пройти, прикинь. Здесь тоже можно было пройти. Интересно, интересно.
Теперь будем выполнять это задание, да, там W осталось только у нас. Вот. Так, давай для начала все пройдем. Так, поехали туда, собственно, когда я доеду, так включу, чтобы не затягивать хронометраж, собственно, да, поэтому как-то так. На мультиках и видеоиграх гаммал, небось, с утра до вечера, но посмотрите-ка, что за славный убийца из него. Хуйню какую-то несет, блин, опять. Так, мы снова приехали, собственно, да, на местность, на место. Так, дабл какая-то здесь. Подожди, это случай не тот человек, который в третьей части улетел, помнишь, куда-то? Тот, который шпион, чи не шпион был, помнишь? Это случай не он. Вот просто по голосу чуть похоже, как будто бы. Ну, по манере разговора, да, все темы. Вот что-то как будто похоже очень сильно. Так, мы с тобой на месте. Так, я при облете запалил пару снайперов. Зовите ими. Ты ж помнишь, брак у нас один на двоих. Чем меньше у Пейбина людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спалить, усёк? Мне надо будет перетечь сейчас офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь? Поехали, чё. Ха-ха-ха.
можно садиться. О снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку. Давай на вышку. Как будешь там, свяжись со мной. Всем держать ухо вас. Понял. На месте. Прикрой на всякий случай. Заскочу к ребятам на пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я... Да, это тот чел, как будто бы нет. Услышишь рейгономика? Пойди без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень... Он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Вот все прибьет, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить себя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Что-то смотрю, который стоял. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Ты слышал, брат? Проснись! В меня тут стреляют! Ой, пизду, блядь. Кулаки, парни, приближаются с севера. Враги идут с юга. Займись ими. Парни подходят с востока. Сними их! Ублюдки приближаются со стороны гор! Так бы сразу, блядь. Так, что-то дождь крепчает, поищу-ка укрытие. Да, говорит, мы этот чел. Наш чел. Этот минометный расчет. И всех там, кто жаждет мстить за павших товарищей. Понял? Супер. Сейчас я эту мразь уберу, блядь.
Марить задание что похоже, да, как в третьей, блядь, части. Ну, как, не знаю, просто по манере разговора, то как будто бы он, который чел в третьей части, помнишь, улетал? Что-то с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. Ну, давай. Так, ускоряем. Бля, ну жесть, конечно, тоже. И вроде бы все, прям так жестко их обыскивать тоже не буду, знаешь, прям всех. Вот те, кто по пути был, тех обыскал, остальных не буду особо так. Тогда посмотрим, он или не он это. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах, от мусора или от гниющих надежд. Какой еще запах? Да, это он, чё. Это он. Прикольно. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чита прошлому напарничку. Это он. Кто улетел, помнишь, в третьей части? Чел-шпион, который улетел в третьей части. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУ. Это он. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита к делу. И где оно? На том взлетающем самолете. Вот блин! Держи, может пригодиться. Так, интересно. Ну что, вперед? Интересно, очень интересное задание. А как я должен был его догнать? Ну что, вперед? Чем похоже, знаешь, наверное, похоже на третью. Помнишь, третья часть то же самое было, когда он, ну, только мы вылазили из самолета с этим агентом, блядь. Прикольно.
какого? Я так понимаю, папка у тебя. Да, и тут ни хрена нет. Понятно. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь, узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый — сдать аэропорт. Шаг второй — нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Хм. Интересно, очень интересно они сделали. Охренеть, тупо сраная яма? Интересно, очень интересно они сделали, конечно. Прикольно. Спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, мы еще встретимся. Да, мы с тобой тут телепортнемся. Думаю, на этом закончим. В принципе. Спасибо за просмотр. Какая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.